Нестабильный курс рубля и падающие цены на нефть. По прогнозам аналитиков, 2015 год станет очень сложным для россиян. Как текущую экономическую ситуацию оценивают депутаты законодательного собрания? Что, по их мнению, нужно предпринять, чтобы люди стали меньше чувствовать на себе рост цен на продукты, товары и услуги, а также действия санкций? Вот ответы. Практически в ежедневном режиме сегодня и работает правительство Российской Федерации, создаются антикризисные комиссии. И то, что касается цен, здесь и общественность должна быть задействована. У нас по линии «Единой России» работает народный контроль. Практически мы тоже в ежедневном режиме мониторим в сетях, на рынках цены. Вот сегодня подключилась прокуратура к этой работе. Нужно ужаться по ряду направлений, конечно, в плане использования бюджетных средств. Ситуация в целом не только в Омской области, в целом по стране очень тяжелое. Уже, вы знаете, на уровне правительства обсуждается вопрос о фактически секвестировании бюджета федерального на 10%. Соответствующие команды даны и на региональные бюджеты. Ну, правда, заверили нас везде. Не знаю, сегодня будет, скорее всего, разговора сегодня не будет. Думаю, скорее всего, будет на уровне правительства, что социальные гарантии все остаются. Это и Путин заявил. Но, к сожалению, должного контроля за ценами нет.